Диван, блядь. Понятно, блядь. Ты уже не Диман, это, блядь. И Георгий Черданцев. Пошла ёбка жесткая. И полковник Бустеренко еще забыл сказать Георгий Черданцев, блядь. Уже Бистикс. Если что, Бистикс это Фурсберг, блядь. Да-да-да, у меня просто заблокировали аккаунт. Отличная возможность забить. Ну. Ой-ой-ой, пас в разрез хороший, сразу же удар, блядь, вратарь строго тащит мяч, блядь. Иди в сраку с собой, угловой, слушайте, вторая минута, достаточно напряжённая на ситуацию ворота, ебать, кокоса, а, блядь. А, я бью, блядь. Я думал, ты строго. Он подаёт в центр, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Короче, от ворот до ворот, смотришь гол? Давай, выбегай за вратаря, я забыл, на треугольник, по-моему, за вратаря можно выбежать. А у меня все, у меня все. Блядь, долбоёбы. Вы время не то поставили, по-моему. Мысли. Ну ладно, похуй, похуй. Вы настраивали игру? Время? Нет. Нормально, нормально. Ладно, поебать, похуй. Отдай мяч. Садио Мане. Что? На, нахуй. А, это офсайд называется, брат. Офсайд же был, правильно я проглядел? Да, 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 офсайд. А строго играет, просто вижу АФК-бот. Да, 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 строго играет. Сейчас сделаю финт. Ой, блядь. И что за хуйня? Левандовский, это я знаю имя. Выхожу один на один с вратарем. Блять, меня блочит. Жестко, строго. Блять, я думал, сейчас будет реабилитация, блять. Где вебка, ребят? Бистикс пока без вебки стримит. Ну и вообще движется, блядь. Нахуй, куда ты выбил? Ой, блять. На, в ебучку, ебать. О, теперь, нахуй. О! Хорошо, ебать, тухлый удар, блядь, санный, блядь. Дядь, может, ты в штрафной зоне бить будешь хотя бы? Брат, хуйня полная, бля, ну ты лох, бля. Пошел ты, это чей игрок? Это рефери, долбоёб. Да ты заебал, иди нахуй. У нихуя, кстати, хорошо прокидывал в очков свою лохматое. Очень хорошо сыграл, бля. Строго, походу, молодец. Это как пранк, когда этот качок типа в зал приходит по видам брюша. Строго спрашивает, блядь. А желтый, ты чей игрок? Обгоняю игроков, делаю финт на сосок. Блядь. Пасую. Разворот. Хорошо. Ну, блядь. И контратака от какого... Выбиваю мяч. Контратака от какого уже закончилась, блядь. Блядь. Блядь, я упал. Мне кажется, тут можно уже поздравить людей, которые произвели свою ставку на Бистикса, блядь. Пошел, пошел. Или же нет? Атака, атака, атака. Тут, блядь, да твой уже... быстрее, блядь, бежит с мячом, мой без мяча бежит, как еблан же. Прокидыш, прокидыш, делай. Ой, блядь. Вот это удар. Блядь, да ну нахуй. Ладно, не расстраивайся, все хорошо. Давай, давай, Ванёк, давай, давай, по флангу, уверенно. Да, Ванёк, ты заебал обгонять. Оп, хорошо. Блядь, ну что ж ты, ёпта. Это гол. Чекайте, это гол. Я отбиваю мяч у него. Ах ты сука. Ух, ебать, ты психанул, мог ты просто спокойно. Просто болельщиков ёбнул. Болельщикам отправил. Это может быть очень опасно. Томас Миллер. К сопернику попал. Томас Миллер, Томас. Делай подкат. Грязные мувы. Ну. Выхожу, выхожу. Да нет. Один. Пас! Братарь! Долбоёб! Ты что делал строго? Ты на какой бьёшь? Блядь, какой вон! Мне надо на кружок, так ты, по-моему, на икс ударил, внизом покатил мяч. Чё это было, брат? Это пиздец по нос, ебать. Новая атака. А чё ты пас не дал? Блядь. У тебя Кен бежал прям. Блядь. Какой по нос гнойный, блядь. Фу, блядь. Блядь, только полтайма прошло. Блядь, ебать там... А почему он? Оп, хорошо. Я хотел дать пас другому. Ну это пиздец. Дайте нахуй с ним офсайд. Хорошо, хорошо. Работаем, работаем. Это самое хуёвое вообще правило, я его в рот ебал. Типа, как выигрывать, если твой персонаж не может быть дальше персонажа врага? А надо вот именно, ну, пас давать в момент, пока он еще не дальше, а потом он уже дальше, блядь, понимаешь? Что делать, Слава, быстрей! Сближайся, сближайся! Пас, блядь, куда ты летишь, блядь? Ты вот так! Сближайся с воротами, блядь, ищи кента, который открывается, пасуй ему, ебать, и просто изи, блядь, закатил. Они, походу, по 10 минут собрались катки играть. Тихо, тихо. Левандовский, блядь, иди нахуй. Согласен, такой урод, или это мой? Хуй узнает. Да иди ты в пизду. Да, отложенный штраф. У тебя Зидан, у тебя Зидан. Робертсон. Короче, блядь, отсюда. О! Отдай мяч.
Потерян мяч Ливерпуля. Зидан здесь есть. Сане. Блять. Отличное оборонительное действие. Я не понимаю просто, как выбивать мяч из ног. На крестик, брат, у тебя иксбоксовский или кто? Да. Пошел! Нет. Ну нет. Давай! Блядь. Удар! Ну бля, удар! Ты, блядь! Да, блядь, он мне подкат. Пошел, короче, еби его в рот, блядь! Да я пытаюсь, я не могу. Еби, собрался. Я реально хочу, оп. Я хочу его. Вот, типа, вот. Я не понимаю просто. О. Уверенно. Крестик, тыки, проспаем, хорошо. Еще все. И что это? Что это? Да, это... А, офсайд? Я думал, срода носок слетел, блядь. А, вебка дочь. Иди ты нахуй, куда оно дает? Разрез в центр, давай, блядь. Мяч на фланге, и тут есть свободный. Нет! Нет! Да что, сука, за хуйня ебаная? Ой, блядь, ебать я ебнулся. Малыш строго чуть-чуть психанул, блядь. Я догоняю, забивай гол! А кстати, реально, слушай, догоняй, бистик мяч. И сейчас самое главное, грамотно. Разорву! О! О! Ой, блядь, красная карточка! Строго не развести на такую хуйню, блядь. Играет, кстати, чисто очень. Античит. И контратака. О, нихуя себе какой, слышишь, как серебряный серфер, блядь, из Фортнайта, ебать, пролетел, блядь. Просто ногой выбивает мяч из-под коленки. И опять шанс строго. Блядь. Слушай, строго неплохой потенциал, если он реально никогда не играл, то это, блядь. Пас. Да ты заебал, что ты вытворяешь, блядь? Я ебал твои пасы, нахуя пасовать, когда я могу соло разыграть? Разыграй в соло, блядь, ты же не можешь, нихуя, блядь. Ты либо нормально бей, блядь. Все, если он забьет? На! Классная игра, блядь! Да! Блядь, что за хуйня, нахуй? Красава, блядь, наказал, блядь. Попочка чуть-чуть обгорела, ребят, кокосовая, блядь. Давай, собрался, блядь, у тебя столько атак, нахуй. Чё ты заплакал сразу, блядь? Хорош бисик снимать, греби его в рот, блядь. Ой, могу... Налево кидай. Пошёл. Садио Мане. Ой, блядь, Мани. И что? Что это? Минимальное количество. А, это половина. Это первый тайм, дамы и господа, блядь. 1-0. Я вот так тогда пока свою вебочку, ребят, поставлю, блядь. А почему у меня 6 ударов, если всего 2 раза бил? А у него 7. Типа, мне кажется, он 3 раза больше меня пытался пробить. Слушай, строго калаш матил, но походу, судя по всему, дело в том, что он не бил, он пас давал около ворот. Не, просто строго дохуя выходил в ворота и не забивал, да, я 2 раза всего вышел, а у меня 6 ударов написано. Хуй его знает, братик, статистика интересная штука. Оп, блядь. Ой, ошибочка строго, блядь, и сразу же отбистикса ошибочка залетает. Картину, Слава, ты даже играешь? Минут Бавария остается практически... Ну, Слава, мне кажется, нормально играет. Сказал, что это как-то серьезно сказывается на их игре. Надеюсь, я поэтому попросил против строго, потому что мы оба первый раз игру играть, что играем. Да иди ты нахуй, Левандовский. У меня, понимаешь, я в фифу не играю, но у меня киберспортивная кровь, блядь. Я во всех играх, блядь. Если все начинают их играть, я начинаю ебать жутко. Нахуй, дайте ему карточку другую, чтобы он вышел. О! Офсайда не было, судя по всему! Пас удар! Ну, блядь! Лови! Да что, блядь? Не, строго, ты понял? Ты слишком рано бьешь, тебе надо бить позже, когда ближе к воротам. Осторожно, пасует строго, блядь. Блядь. Вот, еще один счет. Я вообще понимаю, как отнимать мяч. Офсайд, хорошо. Да, это был офсайд. Я ебал ваши офсайды, знаете? Согласен. А ты знаешь, как вообще работает офсайд, срок? Да. Ну это тупое правило, мне не нравится. Подкат. Отбиваю. Ой, кстати, слушай, кстати, нарушение. Травмирован игрок, строго. Строго, да? Строго, нет. Сейчас послушай меня без рук, значит, надо сейчас замену делать. Ты игрок травмирован. Реально, у тебя он не будет бегать быстро. Он сломал ногу? Да, у него крестик появился, понял? Типа, то, что. Ебать, я уебал. Нажимай паузу, брат, нажимай паузу. Пока, давай, я нажал тоже. И что мне делать? Слева, Ливерпуль. Налево тыкай. Вижу тебя с пластырем. Хендерсон. Вот, с пластырем. Бери пластырь цепляй. И меняй его. Нажимай. Какая у него позиция? Он цоп. Меняй его тоже на какой-нибудь там ЦП, я не знаю. Ты что вытворяешь, долбоебушек? Ты нахуя на мейна? Мейна верни, блядь. Верни в угол левый, блядь. Вот. Возьми, нажми на Хендерсон, блядь. Нажми. И вниз вези. Видишь там, где запасные у тебя? Все. О, вот этого. На киту лучше. Да схуя.
Ну ладно. Все правильно. А почему не хочешь, чтобы Тиаго он взял? Ебать, а если у них типа хп до конца кончится, то они все? А Тиаго пожилой чижит, видишь, дед такой. Кита прям такой, блядь, острый игрок. Может, нападать надо, он проебывает, блядь. Хорошо, поехали. А он поставил имбу, да? Теперь я сосать буду. Я постоянно играю против. А, ну все, спалился. Постоянно играешь. Произошла замена, дамы и господа. А что это, блядь? Ты же... Конечно, ты его сломал в ноль, ебать. Как конструктор Лего, блядь, он развалился, блядь. Не знаю. А там целится? Он целится жестко. Оп, пасик, хороший. Оп! Классно он мяч перехватил. Согласен. Отличную игру прочитал сейчас. Мяч реально очень классно перехватил, блядь. Хороший шанс. И контратака от Бистикса, слушай. Ой, блядь. Пока счет очень близкий, вот очень плотный. Типом, красный треугольник с какой-то желтой примесью. Увидим, мечом... Это каловая жижа, блядь. Не, на самом деле, желтая карточка, брат. Сейчас можно поздавать. Хорошо, блядь, строго. А за то, что ты расломал его, брат. Вот, видишь, у этого, да. Ой-ой-ой, практически получилось пройти у Бистикса, чуть-чуть и хватило выебать, бля, в ротик, бля. Александр Арнольд. Александр Арнольд. Да у него два за одного. Конечно, он как мегарейнич, блядь. Если я проебу этому бомжу, сука, пиздец, блядь. Ну у тебя есть все шансы отыграться, братан. Да, блядь, идите нахуй. Я вообще не понимаю, как тут бить, блядь. Оп! Ну, ебать! Ой, блядь! Оооо! Блядь, ну, я ебал, у него воротарь, сука, я не знаю. Братан, братан, послушай, целься сиськой. Нет, подожди, я не в этом плане. Ты выходишь к воротам, целься сиськой, бей по углам, ну хоть ты калашматишь в ладошки, блядь. Такой даже, блядь, самурай бы отбил, нахуй. Теперь послушай, что делай, блядь. Навешивай дальше от воротаря, чтобы можно было удар провести. Оно само дало. Ну, видишь, он просто, он может рукой играть, а они головой играют. То есть тебе невыгодно прям воротаря закидывать. Блять. Офсайд, блять, ну блять! Ой, сука. Какой джойстик используешь для ПК? Вот такой, пацан. Xbox. Серж Гнабри. Кто, блять? Серж, блять. Куда ты нахуй закурил? Не-не-не-не-не. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Шанс строго! Ай-яй, это он шанс, он успешно выебывает. Сначала как хэштег. Я вот не понимаю, на X они не отнимают, блядь, мяч. Блядь, слушай, слишком сильно прокинул строго, вообще не понятно, что это было, блядь, какая-то конвульсия непонятно. Ой, блядь, а куда он нахуй ударил? О, сработало. На нахуй тебе 360. Я хочу тебя на 360! Отнимать до нолика? Я на крестик всегда отнимал, блядь. О, на нолик тоже. Кейта. Кейта, блядь, звучит как, блядь. Получится у них контратака. Не понял, блядь, извиняйся публично, блядь. Обратно нужно возвращаться и поскорее. Блядь. Извиняюсь, был не прав. Реально. Садио. Сам упал! Сам упал! Пенальти! Красную, блядь, отсюда спорим! Нет, нет, он сам упал, сам упал! Это пенальти в любом случае, я не знаю, будет ли красная карточка или нет. Я, смотрите, я ничего не нажал даже, блядь, сам упал, ёбан! Слушай, карточку вообще никакую не дал, а вот пенальти, это шанс строго, бля, уравнять, чё? Блядь! Как ударить, как ловить, как ловить? Вы сейчас все поймете. Не торопитесь, я понимаю, сейчас жесткая паника у вас. Как ловить? Ловить левой сиськой, целиться строго, видится. Один раз ударить, смотри, просто нажать или зажать. Не, строго, смотри. Мимо. Веди медленно прямо, ну медленно, чтобы точку заняло. Ну сиську еле-еле. Во-во-во, вот так в угол. Не подсказывай, блядь. Раз на удар, когда... Фух. Найс. Оно само ударило, блядь. Ебаная игра, нахуй. Все нахуй. Все, строго вышел. Отменяем, блядь. Строго вылетел нахуй. Это что? Хуйня какая-то. А че ты вышел? Строго. Что? 3-0. Я ничего не делал. Ты вышел? Мне написал соперник. Нет, покинул этот, и отменялся матч. Я ничего не делал. Ты свернул игру, соперник покинул игровое поле, что-то такое было. 1-0 было строго. Судя по всему, Бистикс проходит дальше. На стриме было видно, что ничего не нажимал. У меня написал соперник, покинул игровое поле, типа, что-то такое. А ты не сворачивался? Нет, у меня джойстик был в руках, видно все было. Ну что, сделаем, я не знаю, как, что делать.
Мне все равно, я могу еще сыграть, но типа... Не, мы можем, грубо говоря, запомнить, что счет 1-0 и сделать маленькие таймы, чтобы вы доиграли там, грубо говоря. Давай, запускай. 2 минуты можно. Не, там 2 минуты нельзя, 4 минимум, братан. Там же 4 минимум. Строго пригласить. А, так где настройки, подожди. Да пусть... Настройки я сейчас объясню, где. Все, я вижу параметры. Сколько длина тайма, сколько ставить? Длит тайма. Длительность тайма 4 минуты, 4 минуты. 4. Управление люб. А, один тайм, пусть играет просто один тайм, и все. Одну половину, да. Ставь 5 минут, как один тайм. Игра недоступна, у меня написано. Сейчас еще, потому что еще пересоздаю. Скорость игры нормально? Тип состава свое, правильно? Нет, скорость игры ускоренная, наверное. Быстро, медленно. Там было 75 минут, если не ошибаюсь, да? Когда игра зависла. Да, пусть один тайм делают, пусть один тайм играет. Я тебя пригласил с тобой, по идее, сейчас. Зар, ты пока готов нахуй со мной, блядь, просто, сука, закуситься, блядь, люто. Я тебя бесит, проебу, ну, блядь. Я тебя просто спермой болью, блядь, охуеешь, блядь. Так я не знаю, ты еблан, ты меня переигрываешь в плане того, что ты доходишь до этой, до ворот, но я не понимаю, как доходить до ворот. У меня не получается, как ты, типа, вот так, я не могу отнимать мяч, блядь. Бистикс, на джойстике играешь? Да, да. Я тебе могу рассказать, как отнимать мяч, ну, и просто... Я понял, но у меня не работает, я их спамлю, но не... Нет, не надо спамить. Зажимаешь левый нижний стик перед игроком и двигаешься вместе с ним в его сторону, и потом... Дима, знаешь, это тот самый тренер, который не играет, блядь, который нихуя не умеет, блядь, такой пиздит, блядь, теоретик, блядь. Игроки которого постоянно выигрывают. Давай, готов? Ага. Давай. Ученики. Сегодня 9 раз отсосал просто. Ну, тогда Дима, может, будешь моим тренером, блядь? Ну, я могу тебя тренить. Выход на поле. То есть мы первую половину только играем. Если он не забьет мне, то я выиграл. Один тайм, да, один тайм играйте. Если он не забьет, ты выигрываешь. Счет 1-0, условно. Я понял. А как скипнуть это? Главное, игру не сворачивать вообще. Ну я не сворачивал ничего, мне сейчас. Я тоже не сворачивал. Скажи строго, чтобы на удар только один раз нажимал. Так я один раз и нажимаю на удар, он маленький, он. Ты понял, ты слишком сильно зажал, то есть ты слишком сильно зажал, когда пенальти бил. А я не нажимал пенальти, я вообще не нажимал на удар. Он сам ударил. Точно, блядь? Да, я вообще ничего не нажимал. Я навелся, этот прыжок это, и вот что-то пиздержом запах. Он много раз жмет, пишут. Блять, я опять старт нажал. Ты, наверное, много раз жмешь, братан, реально. Понял, на панике, типа. Ты ж цикло такой. Ладно, блядь, пошла разыгровка финтами. Все, пошло, поехало, ребят. Будем считать, что они доигрывают эту игру. Один тайм и всего лишь сейчас будем лицезреть, ребят, так сказать. Ну, иди ты. Ой, нахуй. Кокос сразу перехватывает мяч. Как... Что, блядь, происходит? Ёбаная жопа, блядь. Это не Кокос играет, фейк. Как он сейчас так на плюсе? Да не, ну Кокос, я за ним смотрю, ну как. Быть не может, блядь. Ван Дишк! Гол! Все. Да. Кокос, ребят, к сожалению, весь сперми сейчас отряхивается, встает. Бистикс, ты забил? Да. Красава. Но тут уже, блядь. Сейчас свои профессиональные умения играть. Минимальное преимущество одной из команд. Давай, строго, у тебя реально есть еще шанс, блядь. С этим бомжом у меня шансы пиздец, блядь. Бедные баллы те, кто стоял на строго, блядь. Да иди ты нахуй. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Ошибается игрок здесь, дарит момент. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там мяч что-то это заморосил, блядь, что-то. Он туда-сюда ебать. Ну, хуйня, короче. Вратарь, лови, сука. Ой-ой-ой, сейчас могла ошибка произойти, если бы так сильно строго не набегал бы на вратаря бы, ебать, мог бы мяч перехватить своей головкой маленькой. Гол. Нет. Нет. Угловой. Угловой. Хуй тебе, блядь. Вот слышишь, блядь. Я нихуя не понимаю, как тут аимить. Она, блядь, обратно улетает. Похай на рандом. Вот это, кстати, возможно, будет хорошо. Головка играет строго, ребят, со защитник. Но мяч все же остается у Бистикса. Пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ебанаротик, блядь. А чё? Так, а чё я сделал, блядь? Слишком типа грубо корпусом сыграл, походу. Однажды, судья... Блядь, могло хорошо очень быть, в разрез прям классный мяч пролетел, ебать. Но, к сожалению, строго недостаточно опыта, чтобы вообще обработать, ну, хотя бы какой-либо мяч, хотя бы даже свои мячи, блядь. Навес? Не, тут уверенно. Тут строго, бля, крайне уверенно себя ведет. Ебать, он сильно нахуй ударил как-то. Лерой Санек. Ой-ой-ой-ой-ой, строго, вратарь строго, ебать, такой уверенный, бля, просто прыгнул, как лев, бля. Строго это... Нихуя себе закидывал, бля. Догоняй мяч, сука. Давай-давай-давай-давай, строго, есть шанс! Пас! О, блядь! Кто это?
аут около штрафной, это... Блядь, я бы сказал бы нахуй, кто. Аут около штрафной произошел? Блядь. Что это? Джорджини Вейналду. Это что? Шот! Ну ты чё, ёпта, блядь? Я виноват еще? А еще и офсайд, офсайд, офсайд. Офсайд, ебать. Подожди, разъебывай его с вратаря. Строго, Слава. Тут есть такое понятие, как классическое управление? Ладно, или альтернативное? Почему? Есть, есть. Есть? Может, у него альтернативное стоит? Я не знаю. Не-не-не-не, он просто не умеет играть. За что, блядь? Это ты за этого, про строго? Да, да, потому что он должен вроде бить строго. Ты же на кружок бьешь, правильно? Нет, он только в КС умеет играть. Да, на кружок. В ворота на кружок. Нормально, значит, у него стоит. А вот сейчас как ты сделал навес? На квадратик? На кружок. Не получилось у него. На кружок? Это ты удар сделал строго. Не, на навес. Навес сделал, удар делал обычный. Ну смотрите, блядь. У меня голова уже кружится, нахуй. Серж Гнабри. По флангу идет атака, и есть тут свободное пространство. Очень жестко проходит Павард. Да куда? Я хотел левым. Ух, ебать, не показал, что мяч залетел, ёпт. А я хотел левым вообще пас. А что-то проглючило, блядь. Пасом? Бля, ну когда такие мячи залетают, я не знаю, уже после тильта просто реабилитироваться невозможно. Ты входишь в... Сам упал. Пенальти только отсюда, бля, к воротам. Оу! Да что это, заебали у меня типы у ёбки. Сами толкают, я ничего не жму. Ёбана сырник, бля. Достаточно агрессивно играет Битрикс, постоянно подсечки пенисом происходят. Ой-ой-ой, как возможно сейчас опасно... Ой-о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 й-
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Уверенно, ебать, мяч прилипает к перчаткам, бля, вратаря. Какую карточку, ни за что? Красную нахуй, с поля, блядь. Слушай, Вистикс реально очень много нарушает, но это не меняет, блядь, положение. О, красный. Я пенальти бил. Красную нахуй с поля, говорит. А это его. Тебе пизда. Ты не знаешь, как быть. Он не сможет ударить. Оставайся по центру, оставайся по центру. Красная, блядь, красная картинка была. Повезло, повезло. Я не понимаю, как бить. Там прямо когда он сама делает ногой, еще раз нажимаешь. Ой, иди нахуй. Сразу можно было сказать это, когда я бить начал только? Только что говорил. Ты говорил, когда я уже ударил. Ты, походу, на стриме смотришь. Да кто же задержка небольшая? Не, я в дискорде. Пенальти! Красную, блядь. Какая, блядь, я не подкрал. Уёбок. Держу тебя, держу тебя. Держи его нахуй. Есть сейчас, узора! Удар! Куда, сука? Блядь, сейчас. Не знаю, нахуй, мы сейчас кому-то проебашим, блядь. Куда ты заёшь, блядь, братан? Бля, это очень смешно, я его рот ебал. И Левандовский. Потеряли они мяч, теперь надо открыть. Бля, пиздец. Он промазал, бля. Это пиздец вообще. Он попасть не может поворотом, блядь. Дядь, ты как в киску заползать будешь? Ребят, остается 3 минуты игровых до конца первого тайма, а мы помним, что мы играем всего лишь один тайм. Да куда ты, блядь, даешь? И, в принципе, шансов практически не осталось уже у строго офсайд. Нет, хуй там. Не было? Ой-ой-ой-ой-ой. Обратно! Ай-яй-яй, блядь. 2 минуты добавляет судья. Ну и кажется все, ребят, кажется все. Это все, ребят, может сейчас третий мяч будет, нет. Радаль строго хорошо фиксирует мяч, но шансов на контратаку уже нету. 2 минуты проходит ровно финальный свисток. Спасибо за игру. Иван Шурпатов уходит в слезах весь в Перми.